Дальше этого результата Алиса Уилсон, США, и Мария Фернанда Роско из Мексики, 16.92. В этом году толкали ядро. Давайте последим, что будет происходить дальше. А на дорожке у нас следующий вид. Это бег на 800 метров. Полуфиналы у женщин. В предварительных забегах лучший результат Тигиски Тема из Эфиопии 2:05:51 пробежала. 2:06:21 у спортсменки Марты Хирата из Бахрейна, победительницы другого забега. Но за Китемой Кенийка Челанга 2:05:69. Ну, другие забеги чуть помедленнее, но, собственно, это уже не столь важно. Посмотрим, как именно в полуфинале побегут. Вот, например, ну, вообще, если говорить в мире, Хавитам Алему 1:59:14, Гудав Цигай, Эфиопия 1:59:77. Вот, но среди участниц чемпионата мира их нет, поэтому давайте уже смотреть из того, кто присутствует и у кого лучшие результаты. Ну вот в этом забеге Алия Миллер из Соединенных Штатов 2:02:96 имеет в активе. Ну, вот ирландка чуть похуже, 2:08. А вот Алина Аман из Германии 2:03:57. И вот Тигис Китема, о которой я говорил, эфиопка 2:04:53. Бельгийка Элис Ван дер Элст 2:05:05. Ну и еще две спортсменки, которые по 2:05 в активе имеют, причем это личные рекорды. Ну вот эта американка, о которой говорил, Алия Миллер. Украинка Наталья Пироженко, 2:05:58. Она по девятой дорожке стартует. Ну что ж, довольно сильный забег. Миллер была второй на чемпионате Соединенных Штатов. Как раз 2:02:96 пробежала там. 400 личный рекорд, 54:31. Ну, давайте посмотрим. Три полуфинала, 2 плюс 2 формула. Ну, это эфиопка. Китема сразу же пошла вперед. Американка пока, видите, сместилась на первую дорожку. Ну что ж, хороший бег. 28:41. Хорошее начало. Ну и все отпустили. Уж больно быстро, действительно, 28:41. Куда ж так быстро? Но американка, видите, неправильную, конечно, позицию заняла. Теперь пришлось обгонять всю группу справа и выходить на второе место. Ну и посмотрим, сколько круг-то будет у спортсменки из Эфиопии. 59:93 для полуфинала, для юниорки очень и очень неплохо. Ну и, собственно, это видно, потому что весь забег пока отстает. Хотя такое впечатление, американка постепенно прибавляет и догоняет почти уже, но значительно сократила разрыв.
И даже вроде бы собирается выйти вперед. Нет, Китэма увидела, очнулась. Немножко ей подустала и сразу же прибавила шаг. И вновь это преимущество. 1:32.66. Ну и действительно, темп-то стал падать. И вновь после вот этого всплеска эмоций, вновь она снизила скорость. И американка уже пошла вперед. Ну что ж, надо еще тут думать уже Эфиопке, чтобы удержать лидерство. Там немецкая бегунья, но нет, вновь она нашла в себе силы. Хотя опять вот находит силы и избавляет, и, ну, удерживает. Но американка уверенно побеждает, 2:04.35. Ну вот, казалось, Китэма будет тут вне конкуренции, но оказалось, что... Все спортсмены, несмотря на свой талант, должны, в общем-то, соблюдать правила равномерного бега.